Друзья, доброе утро, добрый день, в зависимости от того, когда вы посмотрите это видео. Я хочу показать распаковку, то, что я заказала, то, что я обещала, БАДы Дотера, и не только БАДы, эфирные масла, которые я тоже заказала. И я очень стойко не открывала эти флакончики, потому что мне хочется сделать эту дегустацию в режиме реального времени вместе с вами. Мне очень интересно, как эти эфирные масла пахнут. Некоторые из них я вообще никогда не пробовала, поэтому прямо любопытно. Друзья, начну я, пожалуй, с детского комплекса. Детский набор, который я заказала в этот раз, это вот такие поливитамины. Они жевательные, со смайликами, дочка у меня уже оценила. И это омега-3 в жидком виде, которую можно принимать прямо из ложечки. И в чем ее ценность? В том, что она без дополнительной оболочки. Мы достаточно много принимаем БАДов, и эти вот капсулы, они не всегда полезны в большом объеме. И в чем еще ее прелесть? Это в том, что у нее прекрасный вкус апельсина, так как это... Омега-3 – это добавка, обогащена эфирным маслом дикого апельсина. И вот я сейчас вместе с вами продегустирую. Дочка у меня попробовала, ей понравилось. Да, неплохо. Точно не противно. Приятный на вкус апельсин. Ну что, едем дальше. Еще один БАД, который я заказала себе интуитивно. И пока он шел, а шел он достаточно долго, это все-таки Америка, я убедилась в том, что он мне сейчас просто необходим. Это полифенолы, полифенольный комплекс, называется Deep Blue. Он появился также на российском складе, он доступен для заказа, его можно себе заказать. Очень богатый состав, и это противовоспалительный БАД. Я как раз давала анализы и обнаружила, что у меня идет какой-то фоновый воспалительный процесс, поэтому вот эта баночка пришла очень кстати. В ближайшее время планирую пройти противовоспалительный протокол, дообследоваться, и тогда уже приступлю к этому процессу. Очень рекомендую. Это комплекс, который очень хвалят нутрициологи, ароматерапевты. Он содержит в себе ладан, имбирь, различные экстракты, природные полифенолы, которые как раз обладают очень мощным противовоспалительным эффектом и работают не только с фоновыми воспалениями, но и если болят суставы, например, болит спина, мышечная боль. Это будет очень эффективным способом поддержания вашего здоровья. Ну что, едем дальше. Конечно же, это MetaPower. Я себе в этот раз взяла Metabolic Assist. Это капсулы, которые поддерживают процесс метаболизма, то есть ускоряют обмен веществ, и рекомендуется их принимать от 1 до 3 раз в день. За 30 минут до еды. Вот тоже обязательно попробую. 30 капсул. Очень мощная поддержка для процессов метаболизма, для улучшения обмена веществ. Из этой же серии у нас есть MetaPower Beadlets. Это такие капсулы. Они очень крошечные, как микрогорошинки, про которые я уже тоже рассказывала. Это крутое средство, когда, знаете, после основного приема пищи иногда хочется что-нибудь сладенькое. Как будто бы без десерта наш обед или ужин считается неполноценным для нас. Они обладают очень приятным вкусом, освежающим. И еще я купила, помимо вот этого MetaPower, который у меня уже есть, я его ношу с собой в сумке, всех постоянно угощаю, еще один пузырек с Beadlets. Это супер минт. Это смесь различной мяты. Это японская мята, мята бергамотная, какая-то бергамот минт. Это сладкая мята или садовая мята. И это очень крутое освежающее действие. Вместо жвачки после приема пищи. Я вчера не удержалась, попробовала, очень классно охлаждает, бодрит, я думаю, на лето прямо вообще супер средство. Ну что, друзья, из добавок у нас все, мы переходим... Так, подождите, у меня же еще самое главное, сейчас покажу. Я сказала, что это все, но на самом деле самое главное, на мой взгляд, то, что и ради чего я, собственно, и делала этот заказ из Америки, это коллаген MetaPower. Он в очень удобных саше. Я сегодня уже попробовала один. Вообще коллаген принимаю всегда.
И у меня очень хороший коллаген, который я пила до этого времени. Живой коллаген в виде желе. Вы наверняка встречали такое, знакомы. Минус его в том, что нужно а. хранить в холодильнике, б. неудобно брать с собой, с. у него, ну, так себе вкус. То есть это надо прям привыкнуть к этому вкусу. И я долго привыкала. Плюс этого коллагена в чем? Он вкусный, он удобный, он в пакетиках, он вот в таких саше, можно взять с собой. Сегодня попробовала, он со вкусом лимона и апельсина, конечно же, тоже обогащен эфирными маслами дотерра, которые являются пищевыми и пригодными для приема вовнутрь. Вот такая прелесть. Я вот, если честно, жалею, что мало заказала, надо было 2 или 3 заказывать сразу же. Ну что, переходим к дегустации эфирных масел. Здесь черный перец, розовый перец, и пальма роза. Пальма роза шла в подарок при заказе. И это был пункт номер 2, ради которого я сделала заказ из Америки, потому что я люблю покупать и получать в подарок разные редкие масла, особенно которые на российском рынке пока, к сожалению, достать невозможно. И вот это, кстати, из их числа. Перец можно приобрести уже в России. На российском складе это есть. С чего начнем? Я начну с розового перца. Вот при вас прямо открываю масло. И как мы его дегустируем, я напоминаю, что мы не приближаем его максимально близко к носу, так как аромат может быть очень резким. И вот я уже почувствовала розовый перец, прекрасно вдохнула. Вот бутылочка у меня достаточно далеко от носа. Я обожаю розовый перец в кулинарии использовать. Я люблю готовить мясо, например, мясо кролика. Я не вегетарианец, я ем мясо, и моя семья тоже очень любит. Обожаю блюдо мяса кролика с розовым перцем. Вообще розовый перец потрясающий, дает аромат. Невероятно. Прям вот как будто бы горсть розового перчика я достала и измельчила. Да, и мы эфирные масла тоже можем добавлять, использовать в кулинарии. Это очень мощно, вкусно, здорово, но нужно знать, как это делать правильно. И дальше я попробую черный перец. Тоже его открываю. Вкусно. Обязательно буду делиться с вами своими экспериментами на кухне. Что-нибудь приготовлю в ближайшее время с этими эфирными маслами. Ну что, вишенка на торте, пальма роза. Очень вкусно. Она отличается от розы, но что-то общее есть. Вообще, я видела на картинках, что выглядит она как растение совершенно иначе. То есть это не какая-то роза в привычном нам понимании, не цветок, а такой как кустарник. Аромат просто потрясающий. Очень вкусно, свежо. Одновременно сладко. Ой, супер, я довольна. Ну что, друзья, мы завершили мою распаковку, дегустацию. Если у вас останутся вопросы по составу, состав у всех БАДов просто супер, дозировки отличные. Если останутся вопросы по вот этим штучкам и, конечно же, по эфирным маслам, обязательно пишите, я поделюсь всей информацией, которая у меня есть, и обязательно расскажу и покажу и научу, как эфирные масла и продукцию компании doTERRA покупать выгодно, покупать эффективно. И, конечно же, заказы из Америки можно оформлять, и это очень здорово в наше время. Обращайтесь ко мне, я помогу вам по любым вопросам, связанным с продукцией компании doTERRA.